Всем привет! Хотел в первую очередь сказать большое спасибо за поддержку, которую вы оказываете, в общем, те суммы, которые мы собрали. Сегодня утром это было, по-моему, 1 040 000. На самом деле, никогда в жизни не думал, что можно столько денег собрать фандрайзингом. Завел чужие сборы, но никогда не думал, что можем делать это сами. Все очень здорово, и хотел коротко рассказать о том, вообще, на что это пошло и как, в общем, мы расходуем эти средства. 650 000 мы передали Bistro Atlas. Мы не то, что передали, мы оплатили те счета, которые выставляют поставщики. То есть кафе заказывает там курицу, картошку, какие-то еще продукты, из них готовят еду, и вот эти счета мы оплачиваем. Мы оплачиваем продукты и коробочки, которых они пакуют. Что важно, что сами вот персонал работает бесплатно, это очень большие молодцы, те, кто работает в этом бистро. Кроме этого, мы оплатили 100 вот таких вот, 1000 вот таких вот щитков. Одна такая штука стоит 100 рублей, и, в общем, они деваются вот так сверху и защищают тех, кто работает на прием с пациентами. То есть это было три роддома, и мы поставили их туда, потому что у них большой входящий поток, и при этом они не знают, люди там заражены, не заражены, и это защищает их от попадания влаги, каких-то, предположим, там кашлей, защищает слизистую, нос, что самое, глаза и нос, что самое важное. В общем, люди благодарили, там получилось 400-450 штучек. Это больше даже, чем мы купили, потому что производитель нам подарил 15%, понимая, что мы идем кормить не себе, а чтобы раздавать. Кроме этого, мы закупили 300 костюмов Каспер 3, такие специально защитные костюмы, и 300 масок для станции скорой помощи в Петергофе. Но мы уже поставили 300 масок, и вот 100 костюмов, и 200 мы еще заберем вот на этой неделе, да поставим туда. Сейчас мы заезжаем на территорию детской инфекционной больницы имени Филатова. Сюда со всего города привозят детей с подозрением на коронавирус. Мы сейчас работаем в компании Food Court, она развозит, мы закупаем у нее и развозим совместно еду в больницу имени Филатова, это детская клиническая больница, и периодически поставляем еще в Покровскую, но это пока не хватает средств. Соответственно, если у нас получится больше собрать, будем поставлять больше, потому что запрос на эти такие продуктовые такие вот, такая здоровая пища, которая энергии добавляет, в общем, такие приятные такие контейнеры, надеюсь, что мы сможем делать больше, это поможет.